Очень тяжело. Очень тяжело, все, что могу сказать. Просто нереально тяжело. Это даже не обсессуально. Они либо говорят, что хотят меня зарезать, либо они мои фанаты. Нет, что на мне микрофон, я буду говорить, как хочу. Мы не можем больше так себе позволить. Мы в нижней сетке. Уже не поп. 1v3 and Super Warhelm. Murtus Pro are not doing any more than they need to. And Shepard with a beautifully thrown. Всем огромное спасибо за то, что болели. Всех вас любим, целуем. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Заключительный блок с Six Invitational. Прошли до такой стадии, это уже успех. Сейчас надо показать, что мы достойны. Достойны всего, чего мы достойны. Как выспался, братан? Нормально. Дали? Нет? Нет. И молодец, мне за работу, пацаны. Мог поспать. Не мог уснуть после такой игры. Не мог уснуть? После такой игры сумасшедший не мог уснуть до 2:30. Подарил сон. Как поездочка? Устал, нет? Да не, нормально уже. 30-35 ехали. С дороги, там эти часов всего. Мы как проехали, вот так вот наклоном, собственно, вообще. Так все нормально. А как город вообще со стороны вот так по проекту? Ну, очень много поскребов даже недавно. Так красиво, жарко и очень много поездок. Сколько болельщиков-то будет? В курсе, нет? Мне Доки сегодня сказал, я так и не понял, что он нас. Вроде то, что там 14 тысяч человек. Мужики, как вам арена? Очень круто. А есть планы, говорят, да? Что думаешь? Вот там будет. Вот оно? Фейс вообще играет же по-другому, не как ДЗ. Вообще отличается. Это больше агрессивная команда, не какая-то статическая. Ну, если приспособимся к плейстайлу, то, думаю, закрыть можно. Последний раз был, по-моему, в роли, да? Да. На крупном лане. Да. Там меньше было? Да. Намного. Это 10. Да? Раз в 15, наверное. Поэтому против братицы будет, конечно, очень, так сказать, неудобно играть, когда будут все за них топить. Жек, а как у тебя впечатление от арены вообще? Ну, для меня это вообще первый раз, когда я буду на какой-то арене перед зрителями прям играть. Ага. Поэтому, не, ну, выглядит круто. 14 тысяч зрителей, все билеты вроде раступили. Мы играли турик какой-то, я Пашка просто в ноль стер, бля, его команду. Он мне это зарепортил, и у меня на компе был Team Weaver или что-то такое, по-моему, называлось. А это типа программа, которая не должна была стоять на компьютере. И меня забанили на турике. И за Пашка. Чудовище в этом. Вчера был очень потный матч. Сегодня очень потный медиадень. Очень. And ironically, the very execute I mentioned, that's exactly what VP ended up doing, except minus Inamaru. They had the Capitao to bring the utility, and they hopped in and out, to try to bait out Vidiking. 3v3 still, a chance for the gunfights to go. Virtus throws way if Shepard can find them. Oh. There's one, there's two, but another Vidiking 1v3 in the making? No, not in round three at least. Мы за что? Я не могу на три стороны крутиться. А, да, я шумно. Пошлите на улицу, пошло дышать. Я шумно дышать. Мы пытаемся понять. Они ФК, они занимают карту. Они не занимают. Они заняли визу, мы... Они открыли всего в начале раундов. Мне вообще не пошло. Я тут впервые не снимаю. Да плохо забить. Раунды на кого? Надо сейчас обсуждать, а не то, что он. На этом турнире я уже говорил, что мы... Нет, вот так. Такое бывает.
Расслабьтесь. Ничего не произойдет. Будет IQ с плечами, Рэчер с плечами. И по сути нам хватит этого. And it's so insane, especially with Virtus Pro able to get this beautiful opener that they found. But Souls, look at this right here. Two beautiful kills coming from that same position. VP is not capable of working their way back into this round, always with almost a moment. But you can only think, what if one other player on Virtus Pro did anything for them in that round when it came to the frags? Two might be better than one, but you still need to play everything right. Joystick focus down below, Handy pushing up, moving all the way across, but they found a beat on his position. He's now going instead for the movement through Freezer. Taking a gunfight with this Grimlock, he's got to isolate something, but he's looking the wrong way. Nobody on white stares to meet that SMG 11, and KDS falls. So VP in a very good position to finish this, especially now that Posh is following up. Yokais are relaying so much intel to these VP defenders on this, the progress of this white stairs push. But with the damage done elsewhere, it seems a 2v3 and finishing off always in this down position is the best hope to getting even something close to an advantage. Yokai usage so good for Virtus Pro. Joystick's going for the retake. He can shut this down, but one always falls. Handy's able to find him, but there's Joystick with the retake. FaZe in a difficult position. Where do you rotate? How do you move? They found one remaining defender, but can they find two? He goes for the position. Handy goes for the kill. Another 1v1 to set nothing. Nothing for Virtus Pro, except a strong effort by Pashu. But an even better one for Vidaking. Full extended. Holding out in the post plant. A position every defender is so worried about. But can Dan, with his grand final on the line, juke him out? Happy beat, happy beat. Fatal combo incoming. It's nothing. Look at this. Brutal. FaZe have played second fiddle this entire year. But the prize beat. Они либо говорят, что хотят меня зарезать, либо они мои фанаты. Очень тяжело. Очень тяжело. Агрессивнее намного будем играть завтра. Потому что ничего не слышно, столы трясутся, ничего не понятно. Очень тяжело. Очень тяжело. Слышно. Просто нереально тяжело. Это даже не со словами. Очевидно, что мы сами себе обе игры. После карты, когда ты идешь, челы там, not today, мы, когда консул там, каждая... Перемудрили. Мы играли, грубо говоря, с ним себе по геймплану. Это факт. Тут даже не заспорить. Дело в уверенных картах, чтобы мы заходили на сервак и не терялись. Если вы можете выжить, вы выживаете. Если не можете, вы пытаетесь дать еще киллы. Да. Все. Шепард абсолютно прав. Я не знаю, это прямо апогей агрессивного стиля, который вот сейчас все играют, кроме нас, вот из оставшихся команд. Грубо говоря, ДЗ, которые играют, как мы, или тоже 2-0. Соники, не знаю, как они играют, просто в... Да, и все, кто остались, это просто сумасшедшие челы, просто crazy челы. У нас не будет праков, у нас ничего не будет. Мы просто должны морально на завтра играем. У нас 30-40 call time, что такое, 13-40, 30-40. 30-40, да. Короче... Может, пройдет. Я не знаю, как мы это будем делать сейчас, как мы это будем проговаривать, но факт в том, что нам необходимо заребилдить игру в кратчайший срок. Я бы на вашем месте не уехал сейчас спать, не говорил вот это... Нет, мы не можем больше так себе позволить. Мы в нижней сетке. Уже не... Надо сейчас сесть, не знаю, либо все, либо каждый по отдельности. Гляньте демки, как играют челы. Выезжаем на игру? Да. С ACMM? Да. Как самочувствие? Яга. Яга, что ты делаешь, Яга? Что ты делаешь? Если мы будем с нашим маленьким кружком энергии блистать, нам абсолютно, что там они кричат, верьте в себя и верьте в своих сокомандников, и все получится. Джойстика опять там поймали, да?
Да-да-да. Автограф все хотят. Я ралли, сори, джоти. Она бафает. Можно сразу с твоей карты начать и сразу начать с своего темпа. С моей домой, блин. Потому что можно до третьей не дожить, если мы будем играть от пик первым. Получше, Олег. Бордюр. Первый клуб? Первый клуб. Going to be a big battle over those gunfights today. DW7M lean into that with confidence and think, we know we can beat these guys for mechanical skill, or will Virtus Pro need that backline to step up? If Dan can't get it done on the entry, they need somebody else. And that somebody else this time was always. He got himself a triple and it opened the round up. It gave them the top floor control and it also meant all this noise being made, they haven't yet been challenged in front of this noise, realistically. And if Virtus Pro can push him to the edge, can push him to that point. So far, a 1-1 between the two. Here we go then. This is what it's going to come down to. 40 seconds left. The push comes in. Pasha finds Nate. JB92 onto Joystick. This kill's going in every direction here, Dez. Dan manages to find one. Pasha a second for the round, taking for Leapox down. It's all up to JB92. 1v3 and super low health. Virtus Pro are not doing any more than they need to. And Shepard with a beautifully thrown. Максимально заряженный на игру. Ультимативно быстрый. Сверхточный. Способный справиться с любой задачей. Это больше, чем игра. Это вселенная Thunder Robot. Thunder Robot. Рожден для игр. Мы очень много дыма в конце фигни. Из-за того, что мы фиганули энтри, когда не надо было. Что-то сделали, когда не надо было. Мы это знаем, постоянно такое происходит. Сейчас на шале, в принципе, у нас должен быть такой стиль, что мы будем рисковать. Phone call coming out from JV here. Immediately there's a move for Virtus Pro. They snap shut like a Venus flytrap and catch two players in their web. W7M have done nothing to disrupt Virtus Pro, and that's why I mentioned that master bedroom side. They haven't really recognised, I don't think, that the space was... We aren't seeing either team run away with the second half just yet. I think there's still plenty of time for that to change. I won't say it too loud. Not that the Brazilian fans could hear me over the noise they're making. No. But I don't want to risk it. But yeah, I'd love to see Virtus Pro take this match. Very much, Chris. Enough composure being shown, but I wouldn't say it feels like the game has run far enough away from them that they have to be majorly concerned. Here, just some smaller tweaks they want to make to get this game back in their control. To be fair, when Dan's vaulting into mud and getting two kills, and final map for Leapox on the swing can find nothing. Pasha deleting him from the server, and Nade and KZ have got to hold on. It's going to be such a tough job for them now, 2 vs 5, 40 seconds as well. An awful lot of time and pressure that is going to need to be absorbed. Nade is going to have to leave. The wall has been opened. Do they know about him? Yes, they do. Always, once again, Pasha to finish off a flawless round. Before the map started saying, we're on it's the last map potentially for us at the 6 Invitational. Do or die time, anything you see, go for it. And all those strats that W7M were pulling out. And there's an opportunity to get this diffuser down, and that's what Shepard are doing. Virtus Pro, they close out map 2 then, and we are going to border to decide who will get themselves into the grand final. Так же, пикаем. Джойстик. The whole time just giving away all the information. He's now backed away, but at least they've seen the movement and know where it is that he's holding. Hertz trying to pull back towards side. It's a bit of a 2v1 on the main stairs. But Hertz came off a little bit worse for wear. Still able to be recovered here. And my God, do they need him? Otherwise, never mind. JV's down as well. Nade is in a 1v4. This would be a clutch from heaven if he pulls this off. And it just feels like it's sort of pushed back by Virtus Pro every time it's come to an engagement, but not without suffering some wounds of their own. Dan, a single bullet away from death. The sky is falling down on the remaining W7M players, but the clock
waits for no man. 10 seconds, the drop comes on through. Bash is looking for one. Philippe Box twisted a bit. Dan finds him in the back. They're going to have to reposition. They're going to have to move. They're going to have to find a couple of kills. They've got time. And Nid gets a red ping. He goes looking for his man. But Joystick will know that he's being hunted down because that red ping will have told him everything he needed to know. Joystick, he knows where he wants to go and what he wants to do. He finds himself three in the round. Will it be a quad? Yes, it will. This is the first time that we've seen the Brazilians in the arena really put under some pressure, and boy does the pressure. The plan going down, with or without Amonte, but here comes that Yoko. We spoke about it so much. He's got the right idea, but they get the throw. Атмосфера настолько давящая, что просто можно с ума сойти по ощущениям. По факту мы играли последний лан на арене в 2019 году, на арене, которая в 10 раз меньше, чем это. Ты чувствуешь эту энергетику, которая все против тебя, абсолютно. Есть, конечно, огромное спасибо фанатам, которые поддерживают нас на сцене, это герои для нас. Потому что без них, я думаю, было бы еще хуже. Обидно, конечно, досадно. С нашим плейстайлом дошли, ничего не меняли, не адаптировались никак под мету, потому что нам так комфортнее играть. Возможно, это было наше упущение, возможно, это был наш положительный момент. Не знаю, сейчас приедем, мы будем тренироваться, потому что скоро EU, и надо адаптироваться к новому патчу. А так что, по моему мнению, хорошо выступили, могли лучше, конечно, да, но очень много фанатов поддерживало, очень много писали нам теплых слов поддержки. Всем огромное спасибо за то, что болели. Всех вас любим, целуем. Крутой турнир, крутая фан-база. Жаль, что, конечно, болели большинство против нас. Но тут уже ничего с этим не поделаешь. Да и все.